непонятно. Дорогой Владыка, дорогие братья, сестры, дорогие отцы, все гости нашего фестиваля, все, кто пришли сегодня в Александро-Невскую лавру, сегодня впервые в стенах Александро-Невской лавры, на возрожденной звоннице Свято-Троицкого собора, который отмечает в этом году 225-летие. Продемонстрировать свое искусство лучшие звонари России, Украины, Белоруссии, Финляндии, Молдовии, Литвы, Эстонии. И в начале, в самом начале, давайте все вместе помолимся, чтобы Господь благословил это богоугодное дело. Споем все вместе Царю Небесному. Скажите несколько слов в напутствии. Здравствуйте! Добрый день, дорогие гости, дорогие наши прихожане, паломники и все те, кто собрался сегодня. Я прошу прощения за то, что у нас всего 150 сидящих мест и... И то благодарю тех, кто пожертвовал нам такую возможность, сделал для того, чтобы хотя бы более пожилые, может быть, люди, вот, хотя, конечно, у нас вообще сейчас современное общество не очень смотрит, пожилой ты или старый, а кто первый захватил, к сожалению, вот такое у нас тоже наблюдается. Вот, но я думаю, что потом постепенно как-то оно все уляжется. Ну, это я так, технические сейчас вопросы. Действительно, мы не захотели, чтобы наш главный праздник закончился просто крестным ходом. Все разошлись по домам и снова, может быть, в лучшем случае ждали следующего года, когда можно было бы увидеть друг друга, пройдя по Невскому проспекту. Я благодарю тех, кто был вчера на крестном ходе. И действительно, это было грандиозное событие. Оно было как бы главным, потому что, естественно, главное – это божественная литургия. Но крестный ход был некоторым акцентом в том, чтобы собрать людей, чтобы люди посмотрели, что Санкт-Петербург – город все-таки православный. Силами многих людей, молитвами Владыки и братьев Александро-Невской лавры, помощи благотворителей, благоукрасителей, жертвователей возрождена колокольня Александро-Невской лавры. И несколько слов я хочу предоставить Андрею Анатольевичу Дьячкову, руководителю Международного центра колокольного искусства, который принимал активное участие, самое активное участие руководства в возрождении этой колокольни. Пожалуйста, Андрей. Дорогой Владыка, дорогие батюшки, братья и сестры, благодарим вас от всех звонарей. Я могу сказать, что очень благодарен, что вы все пришли на наш сегодняшний фестиваль. Работа над возрождением колоколен лавры шла несколько лет. Очень был кропотливый труд, очень ответственная задача, ведь одна из главных колоколен не только в Петербурге, но и во всем мире, можно сказать. Поэтому голос лавры, а именно так колокольный звон раньше на Руси величали голосом церкви. Поэтому возрождение этого голоса – это была очень ответственная задача для нас, звонарей. Колокола отлиты на разных заводах. Самый большой колокол весом 18 тонн, вот вы сейчас слышите благовест этого колокола. Он расположен на южной колокольне, на дальней. Был отлит
в Каменске-Уральском, в Екатеринбурге. Большие колокола, вот уже северные колокольни, 6,5 тонн, 3,5 тонны весом, отлиты в Москве. А маленький звукоряд, колокола, которые висят в проемах, отлиты в городе Романово-Борисоглебск, это ныне Тутаев, Ярославской области. К сожалению, нет одного единого завода сейчас, который мог бы восстановить вот ту красоту звучания старинных колоколов. Но тем не менее, объединив усилия всех мастеров, удалось воссоздать в полной мере исторический голос Лавры. Очень красивый звукоряд, очень гармоничное сочетание колоколов между собой. Я думаю, что вы сегодня оцените это, можно сказать, первое такое звучание обновленного голоса Лавры. Но не только слушать колокольный звон в исполнении звонарей, не только нам, звонарям, доставляет радость звонить и радовать вас колокольным звоном. Сегодня и вы все сами сможете, кто вот останется после вечернего богослужения, подойти вот к этой звоннице справа от сцены, ну, от вас слева, от меня справа сейчас находится, и попробовать свои силы в колокольных звонах. Вот лучшие мастера России и других стран покажут свои мастер-классы. Мы немножко язычки заглушим, чтобы не было так громко слышно, но тем не менее каждый может подойти и попробовать свои силы в колокольных звонах, попробовать самим позвонить. Так что милости просим. Спасибо, Господи. А сейчас для вас выступит богослужебный хор Свято-Троицкой Александра Невской Лавры под управлением регента Виктора Смирнова. Сейчас мы исполним вам песнопение «Свете тихий», Валаамский распев, гармонизация диакона Сергия Трубачева. Oh,
о вещем Олеге. Музыка народная, солист Алексей Бузакин. Нашей сегодняшней программы композитор Леонид Афанасьев. «Гляжу в озера синие».
Андрей Дьячков. Вот, владыка,
говорили, что кто, может быть, не выдержит колокольную зону, убежит. Наоборот, все больше и больше собирается народу. Вот. Это говорит о том, что колокола благотворно влияют на человеческую душу. И звон колокола представляет собой нечто возвышенное, неземное, призывает нас к неземному бытию. Сейчас хочу вам представить автора-исполнителя, певицу Анастасию Шугалей и группу «Зело Зельный» и «Ерофеич». Песни сегодня народные, не авторские, но в своих авторских вариантах. «О пташечке по окошечкам» сейчас прозвучит песня. Песенным искусством. Так и будет продолжаться наш праздник, международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны», впервые проходящий в Александро-Невской лавре с благословения владыки Назария. А сейчас вы услышите необычный звон. Будет звонить мальчик 13 лет, Евгений Грачев, звонарь храма всех святых в городе Москва.
нашу программу продолжает Анастасия Шугалей. Анастасия Шугалей и группа «Сделай зельный» Ерофеевич. Похлопаем, Настя. Представляете, сколько нужно было труда в это вложить, в эти гусли? Да, это новое, новое слово в гусельном искусстве. Настя поет народные песни в своей собственной аранжировке.
сама изучила гусли. Любовь всем движет. Любовь к искусству. Спасибо. Спасибо, Настя. Вот так у нас продолжается наш международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны». Сейчас мы послушаем звонаря храма во имя святых равноплостного царя Константина и преподобного Михаила Малейна в городе Вильнюс. Светильнинский звон исполняет Маргарита Жилевич. Женщина на колокольне. Хочу сказать, что звонари – это очень многогранные люди. Они зачастую работают на обыкновенной работе или параллельно чем-то занимаются. Вот сейчас вы услышите Александра Леонова, которого только что увидели на колокольне. А в свободное время, когда он спускается с колокольни, он играет на гуслях еще. Сейчас он продемонстрирует свое искусство. Потому что, ну, гусли звончатые, да? Слово «звон», колокольный звон, гусельный звон – это все такое родное наше. Александр Леонов. Все
ждет сна. Посмотри кругом, что ты спишь, душа, что в саду. Воздержания, где твой Божий страх, где рыдания черной кучей, мрак забвения, скрылся светлый луч умиления. Пробудись от сна, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. «Прощание с келью умирающего монаха». Мне очень нравится этот духовный стих, практически нигде не звучащий. Мы установлен на основе фортунных экспедиций, разных вот, общений со старожилами. То есть «Прощание с кельей» монах, который большую часть жизни провел в этом месте, вот такими теплыми словами он прощается с этой кельей, зная, что скоро уйдет в другой мир. Святая келья, с тобой не встречусь больше я. В тебе познал я знак веселья и смысл земного бытия. В тебе навык я послушанию, тебе я жизни цели постиг, и огонь святого упования неизреченный встретил мир. Слабы мне тяжко расставаться, а ты мой священный. А сейчас мы продолжим наш международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны». Это первый фестиваль в стенах Лавры. И как Владыка сказал, что мы надеемся, что это будет традицией. Потому что русская душа и колокольный звон – это неразделимые понятия. Сейчас перед вами выступит Александр Леонов, звонарь Спасо-Ефимиева монастыря, город Суздаль. Суздальский встречный звон.
Конечно же, мы радуемся колокольному звону, у нас возникают торжественные и радостные чувства. Сейчас колокольное искусство, звоны передаются из поколения в поколение. Сейчас вы услышите на Малой Звоннице выступление Анны Марии Дьячковой, детский звонарский ансамбль «Город Москва». Звон называется «Русь православная». Они будут по очереди звонить сначала Мария, а потом Анна. Продолжается наш фестиваль. И хотел вам представить звонаря Ивана Суханова. Он профессиональный музыкант, член Союза композиторов. Вот этот человек профессиональный. И сейчас он на колоколах, вы услышите, в его исполнении «Невский звон». Thank you.
Иван Суханов. Невский звон. У нас есть свой Невский звон. Как вы только услышите звон, знаете, что это... Вы находитесь в Петербурге. И надо идти на этот звон, который раздается в Александровой Невской лавре. Это значит, пора уже нам, братья и сестры, приступить к покаянию, приходить на службы, исповедаться, причащаться. Все, как и должно быть у православных людей. У нас получается так, немножко такое соревнование. Иван Суханов сыграл Невский звон нам, а из Хельсинки скут Ирма, звонарь Свято-Никольского храма, сейчас на малой звоннице вам исполнит вседневный звон. Поаплодируем. Thank you.
Евгения Шацко. Цимбалы.